Bonjour mes amis, comment allez-vous? Je suis très heureux d'être ici ce soir. Что-то... Понятно. Не восторг у всего зала, да? Но мои родители думали, что прям восторг будет. Да? Они такие: Витя сейчас пойдет учить французский язык 11 лет, а потом сможет устроиться на любую работу 19-го, видимо, века. Батя купил Citroën, не разобрался в инструкции. И такой: сына нужен климат-контроль. Давай. Да, у меня родители отдали меня во французскую гимназию. Батенька оставил имение. Правда, под Челябинском. У нас там виноградники. Мы делаем вино, вот это известное челябинское светлое. Не получается круто использовать французский сейчас, потому что я на улице подхожу к девушке с фразой «Мадемуазель, excusez-moi», она просто мелочь меня кидает. Отстой. Поехал один раз бывший в гостиницу, и, ну, стрёмная ситуация, потому что все понимают, два путешественника без вещей приехали чисто. И я захожу такой: вот где тебе понадобится французский язык, Витя, который ты так долго учил. Я захожу: о, Калебель-Виль, Челябинск, уже визит pour la première fois. И план идет идеально до фразы: молодой человек, можно ваш паспорт? А там не Жан-Поль Рено. Там остался Виктор Скачков, у которого прописка, сука, в соседнем доме. Просто кругосветочку вот так вот провернул. Два квартала не дошел буквально. А у меня была настолько французская гимназия, что там не было урока трудов для мальчиков. Мы себе шили семейные трусы и фартуки. А дело было в Челябинске. Мы каждый раз выходили из кабинета и такие: пацаны, на районе об этом ни слова. Первое правило швейного клуба. Мне еще мама работала в той же гимназии, где я учился. Это полный отстой, потому что, ну, у меня была привычка называть ее по имени-отчеству, даже когда мы вне школы. Мы были один раз в Питере, в ресторане, к нам подходит официантка, я такой: Алена Анатольевна, поехали уже в гостиницу. Понимаете, когда ты сын учителя, тебе надо сразу доказывать, что ты не крыса. Сразу. И потом, ну, если кто-то пил, я в первых рядах всегда. Мы так сидели во дворе, в 13 лет заезжают полицейские, страшно. Я не понимаю, как с ними разговаривать. Просто вспомнил, как это делает мой отец. Они подходят, я такой: причина остановки. И мы поехали сразу, естественно. Мы едем, я думаю, прикиньте, это катастрофа. Сейчас меня выгонят из школы, мою маму выгонят из школы. Где мы будем брать бумагу для принтера? Коллапс в семье. И прикиньте, доезжаем, и меня привозят в вытрезвитель 13-летнего ребенка. Со стороны, наверное, смотрелось, как будто бы я за отцом пришел. Не знаю, еще бы бомжи начали отыгрывать, типа: Витя, выбери меня, я куплю тебе киндер. Ужасно. Ужасная история. Ужасная. Прикиньте, как сильно подвел своих родителей в таком возрасте. Но они прекрасные люди. Они поняли, что это всего лишь ошибка молодости — заводить детей. И перестали. Да не, оставьте себе, все нормально. Сейчас мне 25, я полностью оправдываю их ожидания. Они от меня ничего не ждут, вот я нихуя не добиваюсь. Все честно вообще. Реально, я только сейчас начинаю жить отдельно от родителей, и меня очень сильно бесят люди, которые нужно съезжать от родителей, как только у тебя появилась возможность. Я уехал от родителей, как только у меня выросли ноги. Как только у меня починили лифт, я поехал работать на шахте, потому что нужно было подгузники покупать себе. Ну, я вот что считаю: если вы молоды и не сидите на шее у родителей, либо эта шея неудобная, либо вас в нее скинули. Вот и все. Ну, понимаете, легко уйти от родителей, которые тебя третируют, да, эмансипироваться, или от бедных,
Попробуйте уйти от богатых и прикольных родителей. Понимаете? Вот это вызов. Сложно уйти от родителей, когда единственная твоя проблема — это то, что ты не можешь вводить женщин в эту квартиру. Но я для себя быстро понял. Не скидываться на квартиру намного круче, чем секс. Раз в 15 тысяч рублей лучше, чем секс. Секс вообще рядом не стоит с этим. Что, я еще с бабушкой гуляю. Настало время помогать моей бабушке гулять. И в последний раз перед этим зашел в аптеку, купил презервативы и жвачку, потому что вечером было свидание. Мы идем с бабушкой, она такая: мне нужно зайти в аптеку за лекарствами. И мы через 10 минут вернулись в ту же самую аптеку, где я купил презервативы и жвачку. Я веду свою бабушку под руку, потому что нужно помогать ей. Аптекарка, она охуела сильно. У нее в глазах прям читалось: это ж какие вкусные должны быть блины. Но я тоже, я решил все от ситуации взять, поэтому очень четко и громко на выходе сказал: а 10 минут назад она даже не ходила. Мы потом были в магазине, там был очень узкий проход, и столкнулись я с бабушкой и мамаша с коляской. И вот вам моральная задачка. Кто в этой ситуации должен уступить? Чей недееспособный человек важнее для общества? Мы стояли прям такие: проходите, ой, нет, вы проходите, ой, мы не торопимся, ой, да мы чисто физически никуда не торопимся. Я, кстати, начал понимать мамаш, которые очень круто одевают своих маленьких детей на прогулки. Я начал своей бабушке тоже подсматривать комбинезончик, знаете, потому что хочу, чтобы она была самая красивая во дворе, чтобы к нам люди подходили: ути, какая милая, а сколько тебе годиков? 85, такая взрослая, а еще помнит цифры, какая молодец. Хочу ходить с бабушкой, такой: вот с ней не дружи, она антипрививочница. Так, курите шмаль? Вот эта задержка 5 секунд, это верный признак. Да. Я не пропагандирую, очень плохо, не прикасайтесь. Это негативный опыт, но он у меня был. Однажды вышел, ну, в усмерть, обкуренный, из бара. С собой чуть-чуть еще оставалось. Классно все. Из-за угла прямо на меня выходят полицейские. Страшно, пиздец как. Они подходят и такие: молодой человек, пройдемте с нами. Нам нужны понятые. Там изымают наркотики. Вот это я не в ту команду попал. Нельзя же еще им сказать: я только что оттуда, я туда не вернусь, я сделал все свои дела. Нет. Слушайте, большая проблема, потому что, к сожалению, сейчас проще покупать наркотики, чем алкоголь, потому что существуют эти гребаные закладки. Я в своей жизни ни разу не слышал фразу: «Витя, время 22:05, лес закрылся, мы опоздали. Вечеринки не будет, разъезжаемся по домам». Я долго думал, вот что нужно сделать. Надо просто процесс этот сделать максимально скучным, перестать его романтизировать. Хочешь дунуть — регайся на госуслугах. Чтобы мы такие: сейчас классно, прям время, а через час: сука, не могу найти снелс. Вот зачем он был нужен. Поаплодируйте, если вы не против шуток про политику. Круто. Я не фанат Владимира Путина, но я несколько лет работал в избирательной комиссии. По сути, я несколько лет на работе играл в мафию. В день голосования Витя выходит покурить, просыпается мафия. Мафия делает свой выбор. Город просыпается, Путин президент. Ведущий такой: сегодня ночью хотели убить Алексея Навального, но омский доктор сделал правильный выбор. Шерифа мы не будили, ему похуй вообще. Все у меня на этом. Спасибо большое, что досмотрели это выступление до конца. Помните, что каждый комментарий и лайк спасает меня от голодной смерти. Меня зовут Виктор Скачков. Желаю вам чудесного вечера.